Сегодня в Серпухов с рабочим визитом приехала Татьяна Витушева, начальник главного управления государственного административно-технического надзора Московской области. С плановым объездом посетила городские дворы, скверы и детские площадки. В рамках поездки было также проинспектировано состояние проезжих частей, тротуаров и зеленых насаждений. Первой точкой объезда стала Соборная гора. Здесь, в рамках Дня памяти и скорби, посвященному началу Великой Отечественной войны, члены областной делегации возложили цветы к памятнику воина-освободителя. Далее, в ходе рабочей части объезда Татьяны Витушевой были проинспектированы дворовые территории в районе Владычной Слободы, Чернышевской и улицы Пушкина. В процессе осмотра проблемных мест, на которые поступали жалобы местных жителей, главным инспектором ГТН был выявлен ряд нарушений. Проблемы всплыли и в работе местного отделения Госатомтехнадзора. Серпуховский отдел Госатомтехнадзора на сегодняшний день проходит служебную проверку. Оценку я выставить не могу, поскольку она только началась. Я могу только выставить оценку отдельным инспекторам, которые курируют непосредственно в данной ситуации городской округ Серпухов, а именно те микрорайоны, в которых мы сегодня побывали. Вот эти инспектора у меня получают оценку 2, и в отношении не только работы отдела, но и отдельных инспекторов мы будем проводить служебные проверки. Немало претензий было высказано и в адрес управляющих компаний города. Эти службы не следят за надлежащим состоянием детских площадок и дворовых территорий. К этим проблемам летом добавляется еще несвоевременный окос травы. Городские власти неоднократно выносили предупреждения управляющим организациям. Теперь этим вопросом займется Госатомтехнадзор. В ходе объезда Татьяны Витушевой были отмечены и положительные моменты работы городской администрации. Мне понравилось полное экранирование деревьев в центральной части города. Это действительно так. Город сразу приобрел совершенно другой вид. И мне понравилось то, что начался ремонт дорог в центре города. С широких центральных дорог начался такой комплексный ремонт. Это тоже дорогого стоит. Ну, сегодня мы с вами не побывали, но я слышала уже и по отзывам территориального отдела, и от жителей, что здорово сделан парк питомник. Шикарный парк, который как бы за это время тоже муниципальной властью был сделан. После посещения всех точек намеченного маршрута, а их оказалось больше 10, по всем нарушениям были выписаны соответствующие предписания. В скором эти места ждут серьезные рейды сотрудников Госатомтехнадзора. Для Серпухова такая большая проверка оказалась поводом для еще большей активной и конструктивной работы. Администрация города уже наметила дополнительные векторы деятельности в связи с поступившими рекомендациями.